Справка. Дмитрий Дульский, экстрасенс, самый известный черный маг-некромант Украины. Выступает в качестве эксперта на многих украинских телеканалах. Участник 13-го сезона битвы экстрасенсов в Украине. Серьезно начал увлекаться магией, когда попал в субкультуру металлистов, сатанистов и готов. Плавно перейдя от обычной рок-музыки к ритуалам, в возрасте примерно лет 13. Имеет медицинское образование, а также специализируется на гадании с помощью рун и мертвой энергетики.